Можно еще раз повторить, значит, в чем же классификация, всяческие классификации потоков Морса с Мейлом на примерных поверхностях были уже были предложены. Это не Морса с Мейлом, это не Гроссовичина. Более широкий класс. Добавили сепаратрисы. Это не грубые потоки, да, не включая в себя Морса с Мейлом. Ага, значит, это чуть больше, чем Морса с Мейлом. Больше. И тем не менее классифицировать все еще можно. Да, но это обобщение молекулы Шенкова-Шарко. Но не совсем обобщение, в чем-то мы ее даже упростили. Вот. Это можно или Морса с Мейлом использовать, в принципе, это лучше, потому что Шенкова-Шарко оснащали вершины, ну, в смысле, их это называется атомы, соответствующие предельным циклам и областям с предельным циклом и областям, где есть только источник истока, они оснащали самими элементарными областями, а мы делаем так, что чисто комбинаторно можно по графу увидеть, что какой класс сопряженности. Скажите, пожалуйста, для каких конкретных механических систем будут рассчитаны ваши оснащенные факторы? Мы видим, что вы по-другому все оснащаете, строите, показываете биологическую поверхность. В смысле, какие примеры? Чем хороша теория Павленко, Болсонова, как они развили теорию, построили, развили и вычислили варианты для, там, скажем, известных интегрированных случаев, когда мы будем делать. Ставить ли цель что-нибудь, кроме теории, вычислить варианты для аналогичного классов? В смысле, прям вот есть уравнение, система, но пока таким не занимаетесь. Нет, другой класс есть. Типичный, Она как не включает? Нет, конечно. Здесь же диссипативные системы, здесь же есть слухи и слушания. Самое большое достижение, что здесь Зато этот вариант можно эффективно различить, распознать за предельное время.